Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Значит, игра у нас Спинтайрос 030316, как обычно. Поедем, ребята, сегодня на новом конверте. Ссылочки, значит, на старую и новую версию игры смотрите в разделе ссылки в группе, под видео на канале, также просто в группе. Ну, все в основном в разделе группы. В разделе ссылки справа в группе Спинтайрос Драйвер 51 Рус. Значит, все там и Photoshop, и партнерская программа, чтобы перейти, кто хочет канал свой монетизировать, наберете подписчиков, и Photoshop, и много-много всяких разных ссылочек. Также в разделе товаров есть мои доработки, полигоны различных авторов, можете туда заходить, там где цена стоит 001, это все, ребята, бесплатные ссылки, заходите, ссылочки, либо запасная там ссылочка будет, либо основная, заходите, скачиваете, устанавливаете, едете, катаетесь. Значит, в основном все ссылки смотрите в группе, в разделе ссылки в товарах. Значит, сегодня замутил очередной конверт. Пока тоже в доработке. Пока выкладываться не будет, пока я не доделаю. Значит, поедем мы сегодня на полигоне Карабаша 74. У Евгения Дмитриева есть там где попрыгать, погонять. Значит, поедем там. На новом конверте автомобиль у нас будет BMW X5M Эрика Давидыча. Давайте поедем. Вот такой автомобиль. Я так понимаю, что даже номера его, расцветка. Значит, автомобиль. Текстурки, салончик, все обалденно. Конечно, за рулем у нас наш чувачок сидит, а не Эрик Давыдович. Но доверим этому товарищу сегодня сидеть у нас за рулем. Вот. Значит, что? Свой звук присутствует в автомобиле. Давайте заведем ее. Значит, все отличненько. Рычаг передач, ребята, тоже можете скачать. Видео, как устанавливать, найдете на канале, в группе. Ссылочка будет. То есть, вот, рычит у нас как бэха. Так, ладно, не суть. Значит, давайте прокатимся. Естественно, установил я тут, чтобы Эрика Давыдовича не ловили. Давайте мигалку. Подарим ему вот такую. А то можно и две сразу. Чтоб от наших доблестных гаишников сваливать. Можно поставить запас очков роудовскую такую. Давайте отъеду. И, естественно, обалденные колесины оффроудовские. Вот такой вариант у нас будет. Пока что, скажем так, все, что я прилепил, будет обязательно синхронизация света. Мигалка рабочая. При включении света, вот видите, даже противотуманные задние фонари будут загораться. То есть свет адекватно, все. Дым из трубы. Диодный стоп-сигнал. Так, включаем день. Включаем день. И давайте пока поедем прокатимся на стандартных колесах. Без этого и без этого. Полигончик, кстати, совершенно достойный. Тоже скоро будет доступен в группе, я кину ссылочку или в разделе товаров размещу, где это все обычные полигоны находятся. Раньше я катался все время на таком полигоне, на этом. Ну, давайте проедем. Опять же, присутствуют виды с салона. Текстурки, вообще машинка, моделька просто
изумительные текстуры, изумительное качество модели. Не знаю, кто ее сделал, ребята. Так, на большой трамплин я точно не пойду. А на маленький надо попасть еще. Вау, нифига себе. Тут-то можно, конечно, моторы поднакрутить, чтобы прыгать помощнее. Так, тут у нас мост. Не свалиться бы с этого моста еще. А, точно свалюсь. Пипец. Нет, не пипец. Оп. Давай, давай. Все отлично. Тачка шкварит. Сейчас проверим ее обязательно. В грязи. Проходимость отличная будет, я так понимаю. Просто я настроечки тут сделал, чтобы спокойно машина преодолевала все грязи. Все пачкать. Нос такой. Можно попробовать еще тут прыгануть. Еще тут есть. Уже не кое-какие горочки. Асфальтовая дорожка. Тут второй гараж на горе там наверху. Вау. Ну, скорость, конечно, я ее тут подзадушил. Более адекватную поставил, как бы, ну, сумасшедшую там, кто хочет, сам накрутите. Вон, ну, все, сейчас мы убьем бэху. Вау! Смотрите, нифига себе. Единицу урона только поймали при прыжке. Это показатель хороший вообще. Ну, сейчас тут мы ее ушатаем. Там не перепрыгнуть нам, наверное, эту яму. Я думаю, по-любому. Вау, все, каюк. Смотрите, все равно еще машина живая. Давайте можно тут еще перескочить по асфальту, проехать. Кстати, вот надпись Карабаш 74, а тут сейчас стоп, наверное. Видите, не попал. Можно тут дунуть по асфальту. Подвесочка настроена замечательно, работает. Хромовое тут у нас литье. Ой, японский городовой. Сейчас я тут куда-нибудь воткнусь. Ой, воткнусь. На, получи фашист-гранату. Вот так вот. Разбили немецкий БМВ. Хлам. Ну все, давайте, может, на полигоне починимся быстро. Второй вариант сейчас будет, нет. Проскочили, ура, проскочили. Со звуком не знаю, пишу с нелицензионного экшена. Просто новый сейчас лицензионный обновили, там конверт 4К сейчас не сделать. Качество хуже стало видео. Пока видно, может быть, они там что-то поднастраивают, подгоняют. Поэтому я перешел обратно на, скажем, ломаную пираточку. Ссылочку тоже найдете в группе, в разделе ссылки. Ну и под каждым видео там в основном в группе там все это присутствует дело. Вау, вообще огонь. Давайте еще, блин, трамплин прикольный. Сейчас на большой пойду трамплин. Давайте. Эх, это-то ладно, все. Так что вот, это обычный вариант. Давайте тут нарядим большие колеса. Оффроудовский. Мигалку поставим. О, все. Ведерко детское такое. Синее. Давайте попробуем на большой прыгнуть. Что-то, блин, попасть бы на него. Дрым, все. Game over. Все, не судьба. Сдается мне, не судьба. В основном все в гараже. Так, ну,
Давайте тут полазим. В принципе, можно тут и загрузиться, ребята, видите, бревна валяются, козел стоит. Давайте прокатимся тут еще и по полигончику. Тут лесоповал наверху, можно разгружаться. То есть вот так у нас все тут, значит, сейчас проедем, давайте сюда. Уклоны тут жесткие. Ух. Ой-ой-ой. А, я не включил полный привод и дифференциал. Значит, присутствует тут заправочка у нас, естественно. Такая грязюка. Можно тут и подзаправиться. А у нас 2 литра нет, съели. Также давайте выйдем сюда. Здесь, видите, по этому проезду тут у нас сверху мост висит. Это мы вернемся в гараж. То есть вот мы сейчас направо там уезжали, да? Давайте сейчас проедем. Даже не знаю, куда проедем-то. Давайте, да, направо проедем сюда. Вот, мост тут на 9-этажку у нас идет, там не 9, сколько этажей-то, 1, 2, 3, короче, сколько-то этажей, ну-ка посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, по балконам посчитал 6, так. Вот, Шапырик Давидович у нас сваливал, мигалку ему, колеса, все, гаишники тут на своих бардах нас и нас тоже, в принципе, не догонят. Значит, вот проезжаем мы сюда. Ух. Опа, видите, высадить там можно, оказывается, машинку то чё. Так, опять еще одна пилорама, ребята. Тут березы, мостик. Упс. Ой-ой. Не люблю эти мосты вообще до ужаса. Когда уже новые мосты сделают. Ага, тут еще у нас должна быть проверка на подвесочку. Вот она как играет у нас. Давайте покачаем его, видите. Все отлично. Прыгает, скачет. Никаких доп. Объектов на полигоне, ребята, не присутствует, поэтому он весит мало. Ой, правильно, я еду, прыгаю на этом, а не вот так, не в раскачечку иду. Все отлично, проскочили. Опять же, вот эта дорога выходит в гараж у нас, вон он. И еще есть тут грязевая лужа такая. Давайте, все равно мы на полигоне тут, по идее, утонем, так починимся сразу. О, мне надо скриныш поделать. Машина все чумазая. Ладно, сейчас будем кататься. Ага, тут же где-то бревно было. Вот оно. Бревнышко. Перескакиваем. Полигон вообще, я вот на 13.04 на старой версии катался. Можете, ребята, посмотреть, попробовать. Тут изменения, конечно, есть. По сравнению, как бы, с первым полигоном Евгения Дмитриева, да? Но не сильно большие, как бы, получается тут изменения. Ну, поприкольнее стал, конечно. Тут всякие, видите,
И туда можно залезть, и сюда, везде все проехать, все проверить. Тут мы опять, ребята, вылезаем в гараж. Сейчас мы еще поедем, посмотрим, где еще один гараж. Здесь пилорама мы все... Опа! Стопэ, не туда. Давайте сюда нырнем. О, грязище в разные стороны летит. Байка вообще раз чудесная. Ой-ой. Естественно, я на нее прилеплю прицепы, ребята, тулю, все остальное. Ой-ой-ой, стопэ. Ну-ка назад, е-мое. Как бы я тут попасть-то? Вот мы забираемся, ребята, на девятиэтажку на эту. Даже можно сфоткать тут как-нибудь, скрин бахнуть. О, все отлично, поехали. Сейчас мы заберемся тут наверх. Есть тут где проехать по крышам. Ой-ой-ой. То есть все, видите. Все как на ладони почти. С той стороны мостик кривой у нас. Вот это будет скрин обалденный, да? Сейчас и такой сделаем даже. Вот это да. Я помню, еще на 13.04 сюда залазил, падал вниз туда. Ну, полетели. Эй! Пиу! Вообще жесть! А вот это воткнуло нам полено под ребро. Ладно, восстанавливаемся в гараже. Забавно сделано. Ставим вторую мигалку. Погнали. Упс. Ко мне. Да что такое, не могу камеру там, где она есть. Ух. Второй гараж, ребята, где-то тут. Где-то тут. А, диск не включили. А, так не включили вообще никакую блокировку. Вот мы дали, блин, что такое. Рычажок тоже работает в мультике. О, да, мост тут поменен, вообще обалденно. Вот второй гараж, но он закрыт, наверное. Странно, он открыт, да? Открыт. Прикольно. Что могу сказать? Сейчас давайте мы тогда сдаем назад. Нет, надо скрин какой-то сделать, все-таки клевый. Еще. Есть где пощелкаться. Опс. Вообще забавный такой полигончик. Я помню, на КамАЗе 43-101 прям жахал туда в лужу. Но, правда, накрутка там была, мотора большая. Естественно, BMW ожидает то же самое. Сейчас полетим. Скрин я не успею просто, наверное, сделать, потому что и камеру повернуть, как мы полетели. Вот это мы дали. Еще и живы
остались, ребята, вообще обалденно. Так, починимся. Вот черт побери. Лови, лови. На, получи фашист гранату опять. Ушел. В кювет. То есть тут, ребята, где порезвиться на этом полигончике, как говорится. Такое ощущение, что все-таки надо, наверное, мотору добавить слегонца. Как-то медленно он чешет. Но больше он тогда вы уже будете тут кочегать, он будет прыгать, скакать как козел. Так, в принципе. Расстояние 30, он по говну, по асфальту, я думаю, он там с ракет, наверное, шкварит. Кажется, Акелла промахнулся и все падает. Вообще жесть. Так, а как? А, таких можно убрать вообще. Удаляем ее. Пив. Удалить. И поставить опять бэху. Оп. Оп. Ага, не тут-то было. Ё-каламане. Надо уложить. А как и без машины не повернуть камеру, да? О, блин, дела. Гараж не перескочить. Создать. Ладно, давайте будем мучиться. На таком бугре тут попал. О, все нормально. Лужим сейчас это. Оп. Гараж, запаска, тапки, мигалки. А, пополнить надо. Все отлично. Сейчас еще попробуем сюда вылезти в гору. Ну-ка давай. Ага. Не тут-то было. Ну, у нас же есть лебедка. Опа. Сейчас прыгнем еще разик. Вау! Опять криво. Первый раз вообще отлично было. Так, надо нам как-то на солнышко встать. Развернуться. Городовой. Ладно, погнали. Вот что-то я перещелкал даже. Пум-пур-бум. Не, машинка вообще. Тут даже написано. Запаска, где видите. Чей автомобиль? Мокель. Запаска не дает. Вот, ай, е-мое. Вот видите тут. Эрик Давидыч. И даже, по-моему, ссылка на его канал или. Да, вот Эрик Давидыч. Так что можете по ссылочке пройти, найти в интернете. Все отлично там. Гоняет. Оу! Баха! Все. Бац, встали на колеса, обалденно.
все, полетели. Края тут подделал Женя, и все, и тут невозможно стало прыгать, а раньше было обалденно. А тут можно еще прыгнуть на него с другой стороны. Там покруче будет трамплин в эту сторону. Обычно машины все время ломались после этого прыжка. Бум. Бэхи. Бэхи по барабану, ребята. Да, моторчик можно тут и крутануть, конечно. Чтоб она вообще шальная тут в дрифте шла. Маленькой машинке тут-то можно и скачунить. О, она. Давай. То есть все, походу, весь полигон мы, наверное, тут облазили. Сейчас камера, мозг мешал сверху. А, вот еще заправка, ребят, сразу присутствует. Но она нам не нужна. Ой. Летели на трамплин. Пью. Просто я моторы сейчас там под гелики делаю, под мерсы, чтобы они одинаковые были. Оба-на. Вот тебе и здрасте. Доктор не делся, говорит, как говорится. Так что вот, ребята, такая машинка у нас получается. Ну-ка, тут, наверное, горочку тут не сделали полегче. Что-то такое ощущение, что попробовать можно тут забраться. Да не можно, а заберемся даже. Опа. А раньше нельзя было. Так что вот, ребята, получается у нас такой автомобильчик прикольный. Да что-то я не люблю эти мосты, вообще кошмар. Давай. Краску на бэхе поцарапали. Где тут обновить? Потом обновить. Так, на правом тут ездить. Давайте налево проедем сюда. Переползли. Царь горы такой. Вот чуть не навернулся-то, ё-моё. Давайте еще колеса поставим. Стандартные. А этого пробуска эти мигалки берем. Нет, один поставим. Вот такой вот BMW. Значит, получается красивый, да? Да как тебя, заразу, подогнать-то? Знаете, так щелкнул.
Так что вот, ребята, с вами был драйвер 51 Рус. Подписывайтесь, ребята, на канал, подписывайтесь в группу. Пока сейчас доработочек много, ковыряю один там в основном. Времени нет, плюс ребята заказы на конверты делают. То есть. Вау. О, жесть. Вообще. Аут. Полигончик тоже, ребята, я еще посмотрю там. И ссылочку выложу. Так что можете качать там в разделе товаров. То, что приват там стоит цена. То, что 0,01 копейка, это все бесплатно, нажимайте и будет ссылка. Также в разделе ссылка справа в группе, посмотрите, видите, там есть ссылочки, которые надо качнуть. Что-то интересное, что новое может найдете. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, еще раз говорю, подписывайтесь на группу, ставьте лайки. Как только наберется на канале 1000 человек, в группе будет розыгрыш спинтас, лицензия. Это для тех, кто все-таки досматривает иногда видео. Самое интересное, как говорится, в конце будет. То есть будет розыгрыш лицензионной игры Пинтайрес стимовской. Так, всем пока, всем удачи. С вами драйвер 51.